2023 год – юбилейный год для русской литературы, для русской культуры. 150 лет со дня рождения великого писателя Ивана Сергеевича Шмелева. Поговорим о нем как философе в прозе, поговорим о его самом известном и популярном произведении «Лете Господне» и как дойти до пасхальности, которым заканчивается это произведение. Поговорим об этом в нашей передаче «Просто о вере» на телеканале «Самара ГИС» в понедельник в 19:30 вечера.